Как вы видите, с кодом у нас уроки заметно стали короче. Это я всегда так делаю в школе, чтобы человек мог усвоить. То есть какие-то куски кода мы пишем уже более отдельно, какие-то длиннее. Да, что нам надо сделать? Нам надо не забыть CRISPY форум, вообще не забывайте запускать миграции. Не миграции, а статику. Потому что зачастую надо передать статические файлы. Так, поехали дальше. Следующая очень интересная маленькая такая библиотечка, но очень удобная. Вот. .env. .env. По сути дела, что она делает, она сопоставляет ключи. Сейчас мы это продемонстрируем, то есть переменные подставляет с одного файла. Очень удобно. И, кстати, здесь ниже приводится пример, еще куча фишек разных, но пока они нам, наверное, не надо. А вот эту маленькую библиотечку мы поставим. Итак, где она, мы ее пропишем. Так, мы видим, что в Installed Apps здесь ничего не надо добавлять. Ну, давайте, чтоб долго не возиться. Я просто дам код. Мы его вот писали уже с вами. Поэтому продублируем только в начале файла. Давайте после patch ставим этот код. Импортируем из .env, то есть загрузим, как там в документации сказано. Так, но это я уже сообщение. Это не относится к этому, это просто здесь было. Но давайте сразу я отвлекусь на это. У нас есть библиотека Django Constrip Message, то есть сообщение, не путать с сообщением по электронной почте, сообщение, которое, допустим, сохранил страницу, ваши настройки сохранены, там, ну и типа таких сообщений, мы их подключим. Дальше. Я писал тест ENV, сделаем ENV. Здесь ставим на любой файл в среде, да, чтобы в папку какую-то не попасть. Можно свернуть заранее, вот допустим на manage.py. И теперь можно добавить файл. Ставим .env. Ну, то есть скрытый файл будет у нас. Далее. Давайте посмотрим, что там еще у нас прописано. Дальше это патч, путь к этой директории. Дальше загрузить .env, патч, присвоить значение env патч. Грубо говоря, где искать. Теперь мы можем уже проверить нашу работу, наших настроек. Ну, давайте вот так сделаем. Сначала запустим проект. Так. Чего? Ага, понятно. У меня же здесь нет сейчас виртуального окружения. Значит, убираем. Но я просто закрывал. Теперь есть. Запускаем проект. Смотрим. Все работает. Запускаем его. После этого закомментируем секрет кей, то есть ключ для работы Django. Перезагрузим. Мы видим, что вроде как сервер запускается, но, наверное, все-таки мы должны получить исключение. Да.
сервер не работает, грубо говоря, обратитесь к администратору. Все правильно. Теперь давайте попробуем переписать секрет кей, переменную. Присвоим значение из оперативной операционной системы. Ну, например, секрет кей, да, то есть как название настройки. Теперь вот что сделаем. Перезагрузим. Опять должны получить исключение все равно. Все правильно. Теперь открываем наш файл env и прописываем настройку секрет кей. Скопируем наш секрет кей, который был закомментирован. Теперь перезапустим среду. Все заработало нормально. Откроем наш сервер. Видим опять, ну то есть non-food, то есть все нормально. Опять сервер наш заработал. Но в данном случае на самом деле у нас будет много вещей. Ну, например, дальше у нас будет Google Recaptcha. Дальше, чтобы данные вашего e-mail не были в файле настроек, здесь настроим еще e-mail, ну, много-много всего. Поэтому поняли, да? Пока это уберем. С этим понятно.